Котласе – место, где уже не первый год обустраивают Иордань, река Северная Двина, напротив кафе «Серебряный дождь». Подъездные пути здесь будут расчищены, само место освещено. Установят и палатку, где можно будет переодеться. Совершить обряд погружения в Иордань верующие смогут с 18 часов 18 января до 2 часов 19 января. В Котласском округе официальным местом для крещенских купаний по многолетней традиции станет Иордань на реке Туровец. Купание здесь пройдут с 21 часа до 3 часов. Также официальная купель будет оборудована в Сольвычегодске. Сюда можно будет прийти с 8 вечера до часу ночи. В крещенскую ночь в целях безопасности у всех купелей будет организовано дежурство спасателей. Напомним также, что к зимним купаниям нужно подходить очень ответственно. Рекомендуется воздержаться от погружения в холодную воду людям, имеющим проблемы со здоровьем.